О своих хостах нам сегодня расскажет Игорь Степанов, победитель всероссийского конкурса «В поисках райского сада». Если у вас в саду есть тенистое место, достаточно влажное, то, конечно, королева тени – это хоста. Большое разнообразие листьев по размеру, по фактуре, по расцветке. Достаточно интересно и красиво цветет, хотя многим не нравится, но сейчас уже существуют многие сорта и с белыми, с большими цветами, и с душистыми, и даже с махровыми цветами. На разнообразие размеров листьев хоста также очень вариабельная. Это буквально от 5-копеечной монетки до листьев буквально 2-метрового диаметра. Лично видел в саду московского коллекционера хосту 15-летнего возраста, примерно с меня высотой и с диаметром листа 2 метра. Причем это сорт, который очень старый, Фрэнсис Уильямс. Хосту нужно посадить в хорошее место, в тенечек, во влажное место достаточно. Если у вас влажного места нет, значит, организовать ей достаточно хороший и регулярный полив. И ждать. И желательно ее не перетаскивать, не делить. Тогда, соответственно, с возрастом розетка листьев она будет увеличиваться, и сам лист будет намного крупнее. Новинка последних лет – это императрица У. В общем-то, самая крупная хоста в мире. Это двухлетка. Для двухлетки это достаточно уже крупное растение. Уже видно, что это достаточно крупный большой будет сорт. В старом возрасте это будет примерно где-то 1,5-2 метровой высоты хоста и с диаметром листа по 2-2,5 метра.